конкурс «Дети читают стихи», номинации «Я читаю стихи», Шершнева Алена, 14 лет, Сергей Есенин, «Возвращение на родину». Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой, где каланчой с березовой вышкой взметнулась колокольня без креста. Как много изменилось там, в их бедном, неприглядном быте, какое множество открытий за мною следовало по пятам. Отцовский дом не мог я распознать, приметный клен уж под окном не машет, и на крылечке не сидит уж мать, кормя цыплят крупитчатую кашей. Стара, должно быть, стала. Да, стара. Я с грустью озираюсь на окрестность. Какая незнакомая мне местность. Одна, как прежняя, белеется гора. Да у горы высокий серый камень. Здесь кладбище, подгнившие кресты, как будто в рукопашной мертвецы застыли с распростертыми руками. По тропке, опершись на подожок, идет старик, сметая пыль с бурьяна. Прохожий, укажи, дружок, где тут живет Есенина Татьяна? Татьяна? Да вон за той избой. А ты что, сродни, аль может сын пропащий? Да, сын. Но что, старик, с тобой? Скажи мне, отчего ты так глядишь скорбящий? Добро, мой внук, добро, что не узнал ты деда. Ах, дедушка, уже ли это ты? И полилась печальная беседа слезами теплыми на пыльные цветы.